мы готовимся провести благотворительную акцию «Продукты в каждый дом», инициатором которого является муфтий Дальнего Востока Рамзан Хазрат Алиев совместно с благотворительным фондом «Мир Плюс». Мы подготавливаем продукты первой необходимости и собираемся развозить их по адресам наших подопечных. Успехов, здоровья, удачи всем! По инициативе муфтия Дальнего Востока Рамазана Хазратра Алиева мы собрались, чтобы провести масштабную благотворительную акцию «Продукты в каждый дом». Мы набрали коробки, в каждой коробке есть набор продуктов первой необходимости. И сегодня мы с братьями, с хазратами, иншаллах рахман, будем развозить эти продуктовые наборы в каждый дом. Мать с двумя детьми, один из которых инвалид, которому есть персональный подарок от нашего руководителя Рамазана Хазрата Алиева. А вот тебе тоже. Продукты, да, на поставим. Спасибо. Самый маленький дадим. Вот откройте и все вместе дружно писать. Спасибо благотворительному фонду за помощь. Благотворительный фонд «Мир Плюс» по Камчатскому краю не остался в стороне и присоединился к данной акции. Как ваше дело?